Дистанция и маска обязательны, но многие, кажется, уже успели об этом забыть. С каждым днем людей без средств защиты все больше. Общественный транспорт, остановки – сами обратите внимание. Люди стоят в толпе без масок, причем правила карантина по-прежнему действуют. Я одену маску, когда будет необходимо, когда будет входить в общественное место. Я ни с кем не контактирую ближе, чем 2 метра, правильно? Они заходят в маске, только заходят и сразу их снимают. Нужно. После того, что творится с этими всеми болячками, столько людей уже попадает. Те, кто не верит, зря это делают. Носить маски в общественных местах – это решение оперштаба при президенте. Причина – ухудшение эпидситуации. Число заболевших COVID-19 в Приднестровье растет. По рекомендациям, в том числе и Республиканского центра эпидемиологии, вернуться все-таки к масочному режиму – парки и скверы. Там, где допустимо массовое скопление людей. Если есть возможность соблюсти социальную дистанцию, то, в принципе, можно находиться и без маски. Маска обязательна и в закрытых помещениях – магазинах, поликлиниках, школах, офисах и в общественном транспорте. К этому мы привыкли. За нарушение масочного режима – штраф. Есть санкция, которая предусматривает и предупреждение, есть и штрафные санкции. Это от 92 до 460 рублей. Либо административный арест до 15 суток. Если брать юридических лиц, там, соответственно, больший уровень штрафных санкций. Если брать в рублевом эквиваленте, это 9200-18400 рублей ПМР. Либо приостановление деятельности лица юридического до 90 суток. Контролировать исполнение эпидемиологических требований будет милиция.